Вот и судье у нас досталось. Так, что ж там такое произошло? Алексей Анисимов пострадал. По-моему, клюшкой. А, нет. Неудачно, как для арбитра, срикошетила шайба. Попала в щиток и сразила судью. Мы желаем крепкого здоровья москвичу Алексею Анисимову. Достается что-то в последнее время именно московским рефери. Во время прошлого плей-офф подстрелили Романа Гофмана и